До того, как прийти в такие дела, я работала в финансовой журналистике, писала про венчурные фонды, финансовые рынки и прочие скучные вещи. В какой-то момент просто стало понятно, что хочется писать про людей. Сироты – это моя тема, хотя лично ко мне это не имеет никакого отношения, но она мне довольно давно близка, и я очень много про это пишу, потому что это просто какой-то огромный и очень важный пласт жизни в нашей стране, про который никто ничего не знает. Историю мамы, у которой забрали 3 детей, мы узнали от фонда, который им помогает. И сначала, честно говоря, в нее не особенно поверили, потому что очень редко так бывает, когда детей забирают вообще ни за что. В Смоленской области, в маленьком поселке, богом забытом, есть большой детский дом. Довольно страшный на вид, с выбитыми окнами, с памятником Маркса и Энгельса по бокам от входа. Тетка работала там уборщицей в этом детском доме. Дети у нее учились в этой же школе, в этом детском доме. И их в этот же детский дом и отобрали. И когда мы приехали в этот поселок и зашли к этой женщине домой, а дом уютный, классный, там обои в цветочек на стенах, там рыжая кошка сидит на подоконнике, там куча игрушек этих детей, и там живет такая абсолютно простая и замечательная тетка, которая вообще не понимает, что с ней произошло, почему она лишилась самого дорогого, что у нее в жизни есть. Дальше мы с ней общались много времени, и вопросы задаю, что в этот момент обычно неприятные. Как раз те самые, что, может, вы пили, а почему опека пришла, а что опека от вас хотела. Опека хотела, чтобы не было грязной кастрюли в холодильнике и чтобы кровати были застелены. Было совершенно понятно, что это какая-то чудовищная ошибка, а это тетка, которая действительно замечательная и очень простая. Она не в состоянии справиться с всей этой огромной государственной машиной, с тетками из опеки, которые говорят параграфами из своих постановлений. Она даже не понимает, чего от нее требуют, если она растит своих детей в любви, радости и понимании того, что они действительно для нее самое дорогое. Когда ты видишь какую-то несправедливость, ты что можешь сделать, ты как можешь помочь? Я могу об этом написать. Через 10 дней после того, как вышла статья, детей маме вернули. Я точно знаю, что в том числе и статья имела для этого большое значение. И это наша работа, и это наша и моя, и издание задача рассказать так, как есть. Рассказать людям и про какие-то несправедливые вещи, и про очень хорошие вещи. Люди должны знать.